Во Владивостоке идет активный ремонт пришкольных спортивных сооружений. Сейчас капитально ремонтируют спортивную площадку в школе номер 8 на Щитовой. Рабочие уже демонтировали покрытие и приступили к земляным работам. В центре образования «Вектор» сейчас мы приступили ко второму этапу обновления спортивного оборудования. Первый этап у нас был в 2023 году. Мы обновили полностью стадион на Подсаево у них. Тоже перестелили футбольное поле, абсолютно новое туда постелили, обновили беговые дорожки и также трибуны. А самое главное, по большим просьбам обновили парк, скейт-парк. Вот. А теперь приступили к работам на Щитовой, это второе подразделение Центра образования «Вектор». Здесь у нас полностью обновляется спортивная площадка, снимается все досконально. Вот. Будет сделана, так назовем, двухуровневая спортивная площадка. На первом уровне у нас расположится комбинированная волейбольно-баскетбольная площадка и прыжковая яма. Второй уровень у нас займет тренажерная зона, то есть с резиновым покрытием будут размещены мафы, турники и тренажеры. Всего в этом году планируют отремонтировать 20 спортивных площадок. По 14 адресам подрядчики уже вышли на работы. В данный момент ведутся закупочные процедуры по ремонту еще 6 стадионов. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на 8.